работаем над руками, становимся в первую позицию, попу зажать, да, живот зажать, не распускаем всю вот эту часть, она статична. Руки будут в стороне, и вы будете делать так. Вы будете за головой абсолютно прямые руки собирать и также опускать, да. Будем делать достаточно быстро, руки в локтях не сгибаются. Поехали. И 8, 7, не бежим впереди паровоза, 6, 5, голову поднять, 4, 3, 2, еще 8, 7, 6, не надо ускоряться, 5, 4, 3, вытягиваем поясницу, 2, не сидим на пояснице, тянем, еще, не останавливаем, 8, 7, 6, 5, плечи не поднимаем, 4, только руки, 3, 2, 1, последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вздохнули, потрясаем. Теперь ручки раскройте вот так. И будем делать вовнутрь и выдернуть. И обратно выдернуть. Раз, и два, и три. А спина ровно, плечи ровно. Раз, два, качаем руки, три, четыре, вот так, вот, вот они аж как заворачиваются, пять, шесть, семь, восемь, еще, восемь, семь, шесть. Руки должны быть, девочки, крепкие. Пять. Четыре, я посмотрю. Три, прям больше выворачиваем. Два. И еще не останавливаемся. Качаем ручки. Раз. Два. Три. Четыре. А спина прямая. Пять. Шесть. Семь. И последние 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Потрясли. Угу. Почувствовали руки, да? Отлично. Давайте с плечами. Девочки, плечи должны быть без наростов, без холок. Да? Шея, плечи должны быть накачанные, прям такие мощные, с мышцами. Да? Поэтому давайте работать над нашими плечами. Ноги на ширине плеч. Спина абсолютно прямая. Смотрите, работаем над плечами. Но это не значит, что попа и живот у нас не работают. У нас напрягается попа, да, абсолютно зажата. Живот проглочен, лопатки вниз, шея длинная. Затылком представляем, что упираемся в стенку, затылком вытягиваемся. И вот так затылком мы постоянно вытягиваемся наверх. Поехали, плечи. И раз, вниз, два, три, как можно выше, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, с прямой спиной, пять, лопатки собрать, шесть, семь, еще, не надо бежать вперед, восемь,
7, 6, 5, 4, 3, 2, последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и надавили плечи вниз со всех, изо всех сил, ладошки на себя, лопатки собрать, надавить вниз, стоим. И вытягиваем шею затылком, стоим, тянемся, как будто отталкиваемся от рук. И еще больше, Марина, хотелось бы плечи сзади собрать и надавить прям по сине. Голову вот так не заламывай, вытягивайся затылком. Угу, хорошо, Аза. Стоим, стоим, тянемся, шея должна прям вырасти на несколько сантиметров. Еще, 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 давим себе. Лопатки больше, девочки, еще сильнее. Еще чуть-чуть потянемся, вытягиваем шею затылком, еще. И в этом положении, ничего не меняя, кладем голову вправо, растягиваем. Прямо. В другую сторону. Прямо. Расслабились. И пошли. Вниз, 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 вниз. Делаем, 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 делаем. Вниз, вниз. Танцуем. Плечи. Как вот расслабляем и кидаем. Свободно. Свободные движения плеча. Еще. Должны быть гиперподвижными. Еще. Удар вниз, 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 раз, раз, раз. Спина прямая, делаем, 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 еще, еще. Пружиним, 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 раз, 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 раз. Еще чуть-чуть, 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 чуть-чуть. И остались наверху. Начинаем, переходим к растяжке, начинаем плечи вытягивать к ушам. Шею вот так не проваливаем, шея длинная. Тянем, тянем, потянем, еще, еще. У кого частые головные боли, не менее рук, это все вопрос к плечам. Еще, еще, и шею, плечи еще. Стоим, 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 держим, 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 не сходим. Держим еще. Еще минуту держим. Пускай сейчас там все накапливается, вся энергия, хлынет кровь туда, улучшится кровообращение. Еще держим. Еще. Еще. Я знаю, очень сложное движение, да. Но потом вы почувствуете очень сильное облегчение. Еще, 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 еще. Еще 15 секунд. Еще прям держим, 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 держим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, резкий сброс. Раз. Ага. Почувствовали? Кладем сразу же правую руку наверх. Как можно выше. Прям можно локоток поднять. Угу. Голову в противоположную сторону и надавили. Стоим. Чувствуем прям, как приятное тепло пошло по шее. Улучшается кровообращение, растягиваются все застойные явления в этой области. Плечо сильно давим вниз, а голову в сторону, аккуратненько, сильно не передавим. А теперь, ничего не меняем, мы голову потянем по диагонали вперед. Растягиваем всю заднюю поверхность шеи с правой стороны. И аккуратно, аккуратно расслабляем. Начинаем крести руки на уровне головы. Трясем 30 секунд.
трясем, 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 трясем. Не вот так вот, как умирающий велись, да, а конкретно представляем, что у нас на руках вода, и нам нужно очень быстро высушить руки. При этом спина у нас прямая, и пошли, хлопаем в ладоши, и раз, раз, громко, сильно, руки сильные, не просто вот так, а прямо изо всех сил хлопаем, еще, 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 поднимаем энергию, еще, попу тянуть, крепкие руки, укрепляем руки, еще, еще, еще. Стоп, надавили на ладошки, давим изо всех сил, сильно давим, укрепляем руки. Давим, 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 грудь укрепляем, руки. И медленно, с дрожащими руками, руки должны трястись. Мы переводим их перед грудью. Укрепляем грудь, давим на руки, стоим. Еще. Сильная грудь. Угу, расслабились. Левую руку подняли как можно выше. И голову наклонили. Растягиваем. Приятное ощущение должно быть с левой стороны. Ощущение растяжки. Все наше внимание на этой части. Помним, что там, где наше внимание, туда идет энергия. Поэтому концентрируем все свое внимание на шее, на плече. Ничего не меняя, растягиваем заднюю поверхность шеи по диагонали с левой стороны. Угу. И руки подняли. Первая позиция ног. Пошли хлопки. И раз, раз, раз. Громко хлопаем. Еще. Два. Сильные руки. Руки не должны трястись. Укрепляем. Два, три, четыре. Еще. Укрепляем, укрепляем, укрепляем. Стоп, надавили на ладошки, сильно надавили, давим, 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 чувствуем мышцы. Еще, еще сильные мышцы, крепкие, крепкие. Теперь дрожащими руками, мышцами спускаемся вниз. Шея длинная, укрепляем грудь. Разводим руки в стороны. Стоим во-первых. Заводим их назад. Грудь толкаем вперед, как в Титанике. Стоим. Вытягиваем еще больше грудь вперед. Толкаем ее прям. Я посмотрю. Выше аза руки. Руки выше. Вот так. Теперь грудь вперед. И еще толкаем прям грудь вперед. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, и пружиним, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы,